Он недалеко жил, прикольно. Спасибо, Александр, спасибо. Да, говори себе, что в музее была, не за большим забором. А что там в Долинке еще есть такое, да? Есть такое, да? Ой, блин, жарит солнышко. Спасибо, Александр, спасибо. Моему мастеру спасибо за маникюр. Спасибо, Александр, вам тоже удачки. Мне ли не знать? Ну, блин. Привет, любимый капитан, спасибо. Привет, ребята, заходят, привет, как дела, чем заняты? Все ждут, наверное, окончания рабочего дня. Там за туманами горят фонари, да. И одинокая гитара поет. Главное, чтобы на гитаре первая струна была. Ребят, чем занимаетесь? Дарим розочки, пожалуйста, розочки, спасибо, ребят, дарим подарочки. Да не, нормально все с маечки, нормально. Дарим подарочки, ребятульки, Торечка, спасибо большое. Дела хорошо, спасибо, как у тебя? Проси пиво? Блин, кстати, сейчас что, блин, сейчас ТикТок забанит, наверное, меня за такое, сейчас. Ты так такое не пробовал? Ты пробовал такое? Это я купила, не знаю, может, херня какая-то. Пробовал, что, вкусное? Блин, капец, холодный ужас. Я пробовала, который с этим, с ежевикой, что ли. А такое не пробовала. Тут типа... Что это? Апельсин или что-то такое? А, маракуйя и апельсин. Не зашло? А то, которое с ежевикой, зашло? Дела, спасибо, хорошо. Как тебя? Чем занимаешься? Гараж лучше? Ну, блин, гараж, ну, сильно газированный тоже, по идее. У гаража больше вкусов. Я Торик какой. Привет, Тимиртау, салем. Как дела, ребят? Чем заняты? В понедельник, смотрю, народу больше заходит. С работы, что ли, все повозвращались. Пиво дольше, если хочешь. Чего? Если проще? Какую Россию? Мой дом в Казахстане находится. Привет, семья Бобриковых. Я уже купила, придется пить. Если не понравится, больше не буду покупать. О, с работы пивас придет. Откуда эти Миртау, Казахстан? Блин, у меня же глаза болят на вас смотреть. Привет, ребят, привет. Ребят, подарочки, подарочки. Делайте мне сердечки, сердечки. Тимиртау, да, про пиво нагрел. Давайте Тимиртау попер заходить прям. Кстати, интересная фигня. В Акмолинской области не приходит сообщение «Не купайтесь пьяными в водоемах». А в Караганде приходят, прикинь. В Караганде как будто алкаши живут, что нам приходят от 112, короче. Чтоб не купались пьяными в этом, в водоемах. Ребят, что делаем, чем занимаемся? Сделайте мне там сердечек побольше, подарочков получше. Хоть тиктоки подарочки. Хм.
Что там смеешься? Си-педикюр? Как это будет выглядеть, интересно? Ребят, что делаем? Что делаем? Нечего делать, дарим подарки мне. Розочки мне дарим, розочки, еще что, все, все, что есть, все дарим. Куда мне дарить? Дарить ТикТок. Дари мне в ТикТок. Розочки и все, что можно, все мне дарите в ТикТок. Ну, человек хочет, чтобы я ему ноги показал. Это ужас же какой-то. Это же ужас, это же фетиш какой-то называется. Нет, я не замужем. Привет, привет, ребят. Блин, уже глаза устали. Спасибо, Игорь, спасибо. Спасибо, да-да-да. Да, готовить порой люблю, порой нет. Есть я, конечно, люблю больше. Та-та-та. Нет, детей нет, к сожалению. Карпа нет, кажется. Не готовил точно. Пробовал, наверное. Может, и пробовала. Не помню. Ай, парня тоже нет. Им нет. Лет 29. Знакомиться нельзя. Город Темиртау, Казахстан. Вы откуда смотрите? Алекс, спасибо. Александр, спасибо за розочку. Спасибочки. Подарочком, ребят, буду очень рада. Америка, привет. Hello. Да, Зяма, Казахстан, привет. Павлодар, привет, Павлодар. Классно. Макен, Майкуду, привет. Кёльн, Германия. О, с ремонтом дела стоят, я же не дома. Но в столице сейчас пойдет. Я завтра поеду проездом. Поеду домой в Темиртау. Ильян, спасибо. Спасибо, спасибо. Привет, Пинг. Салам, Германии, Казахстан, привет. Какой на своей? Я на индрайвере же сюда. Я, короче, с Темиртау в Астану на индрайвере, с Астаны до Кокшетау на индрайвере. И точно так же обратно. Привет, Латвия, привет. Может выживет. Я, спасибо за розочку. Может выживет, но я не выживу без кондиционера. Да еще столько ехать нахер надо. Добрый день, привет, привет. На драйвере, короче, попроще. Не, спасибо, с ремонтом сама. Привет, секс, 500 евро. У меня нет таких денег, спасибо. Можете мне не предлагать. Я не буду платить. Спасибо, юзер 981 окончание. Проходу бы не дал сразу в жены. Вот все это говорят, а толку нет. Что за кутняк? Чего? 3-5 до Кокши ехал. Адрес какой? Ага, сейчас сказала. Прикольно про евро. Привет. Привет, ребят, привет. Как у вас дела? Чем заняты? Привет, Белоруссия, привет. Тинки. Ребят, подарочки, тыкаем подарочки.
Сердечки тапаем на сердечки. Спецназ. Уф. А, уф. Князь, ты решил подождать, где-то за углом стоял, да? Копчегай, когда-нибудь приеду. Была там один раз классно на Капчике.